Голос молодежи. Для учащихся ивановских колледжей в четверг провели интеллектуально-правовую игру «Голосует молодежь». Мероприятие в областном центре проходит уже не впервые. Цель, по словам организаторов, повысить правовую и электоральную культуру начинающих избирателей. Как мы считаем, что знание избирательных прав – это очень важно для каждого гражданина. И благодаря таким конкурсам мы уверены, что формируется не только правовая культура граждан, но и формируется так называемый настоящий патриотизм, и, соответственно, люди молодежь становится настоящими гражданами своей страны. Игра представляет собой нечто среднее между интеллектуальной викториной и КВН. Она состоит из 7 туров. В первом ребята выступают на сцене с визитными карточками своих команд. Здесь и вокальные номера, и танцевальные этюды, и ироничные сценки на тему выборного процесса. Только после этого яркого начала игроки смогут блеснуть своими знаниями. Могу избирать и быть избранным в администрацию. А вот в Государственную Думу с 21 года. Голосование – это больше, чем просто правильно поставить галочку в бюллетене. Игра подает сложную информацию легко и доступно. В таком виде она усваивается лучше. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.